Сегодня в программе: бобы вместо мяса. Какие эффективнее, пророщенные или вареные? Они все одинаково полезны? Воспаление останавливают. И это очень хорошая анти-эйдж норма. Осложнения после обычной простуды. Ревматоидный артрит. Как его распознать у себя? Кулачки. Потом клювики. Да. Естественно, могут быть и суставы. Ухудшает прогноз, потому что лекарства уже работают, и болезнь сама более активна. Целебное растение корица. Как правильно ее выбирать? Почему возникает боль в лопатках? Простой способ распрямиться от доктора Агапкина. Далее в программе: вирусная атака. Как разорвать порочный круг простудных заболеваний в семье и на работе.